бедный парень. Стой. Снимем с тебя твой памперс. Так он мне не зарастет. Тут так. Вот эта кожа еще будет отмирать. Все вокруг вот это будет умирать. Видите? Угу. Все мертвое. Я вот тоже печку когда делал, скальп себе снял. Масса ощущений. Стой, малыш, давай, давай. Ой, ужас какой. Не, я только одну сниму, все. Я не могу. Такие вещи. Тихо, 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 малыш. Шею вам не сверни, держи аккуратно. Конечно. Жене, вся... Это вот это все мертвое уже. Вот это вот все точно отомрет. Это кожа. Больно то, что быть... вот она кровоточит, начинает. Вот. Да, сейчас же живое уже, видите, некроза-то нет. Угу. Практически. И так это там чувствует. Нет, так у него шкура от тела отходит. Ну, так, это все, это мертвое. Шкура мертвая. Вот тело уже стало чувствовать. Так, солнце, давай-ка вот на эту сторону. Я понимаю, что больно. Самая боль у тебя в ноге. Там, где, собственно, они шили. Красавцы. Ой, да. Алеш, давай вот так вот на бок и нижнюю так, лапку вот на этот. Подожди, вот так, оп, на эту лапку вот так, чтобы поднимай, все, чтобы он не мог. Вот там эти дырочки, оп. Там кости. Да. Карман, вот это тоже, я думаю, выболит все. Нет, не кости, вся живу. Вот эта вот вся вот эта кожа тоже умрет. Вот шакал. Солнце, терпи, я понимаю, что это больно очень. Маленький. Ой, маленький, несчастный мальчик. Терпи. Терпи, казак. Все потом будет хорошо. А ему обезболивающие, может, какие-то еще? Да какие? Ничего тут не возьмем. Так, теперь. Наш...